Этот яркий оранжевый фрукт не только поднимает настроение, но и укрепляет иммунитет, поставляет организму витамины и заряжает энергией. Посмотрите наше видео, и вы поймете, что будет, если каждый день есть мандарины. Перед началом не забудьте подписаться на наш канал. У нас много интересных и полезных роликов, которые выходят ежедневно. Укрепление иммунитета. Пожалуй, одно из самых важных свойств ярко-оранжевого фрукта из семейства цитрусовых – это укрепление иммунитета. Высокое содержание витамина С помогает повысить защитные силы организма и значительно снизить степень восприимчивости к различным вирусам и инфекциям. Всего 100 граммов фрукта покрывает суточную потребность человека в этом витамине. Сердечно-сосудистая система. Этот фрукт полезен и для работы сердечно-сосудистой системы. Все дело в том, что мандарины содержат в своем составе большое количество калия. Этот минерал помогает предотвратить многие заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе снизить риск развития аритмии. А фолиевая кислота контролирует в крови уровень аминокислоты под названием гомоцистеин. Чувствуете? Запах мандаринов. Лично мне он напоминает Новый год. Поставьте лайк, если любите кушать мандарины в Новый год. Это ощущение ни с чем не сравнится. Улучшение кожи. Мандарин – это чудодейственный фрукт. Помимо того, что он предотвращает возникновение и развитие целого ряда заболеваний, а также поддерживает организм в тонусе, он еще и улучшает состояние кожи. Мандарину по силам минимизировать негативный эффект окружающей среды и агрессивного солнца, а мощный антиоксидант бета-каротин придает коже сияние и отдохнувший вид. Снижение веса. Если вы мечтаете похудеть, то включите в свой рацион мандарины. Богатый витаминный состав, много клетчатки и низкая калорийность при относительно высокой энергетической ценности сделают этот фрукт вашим верным помощником. Пектины обеспечивают чувство сытости, так что вы не съедите еще больше. Таким образом, мандарины являются отличным перекусом в течение дня и помогают контролировать аппетит. Кстати, сколько дней до Нового года? Давайте вместе считать в комментариях. Пишите, поехали! Хорошее зрение. В составе мандаринов присутствуют каротиноиды. Эти вещества помогают предотвратить возрастную макулярную дегенерацию. Это хроническое прогрессирующее глазное заболевание, которое широко распространено у людей старше 40 лет. Оно может даже привести к слепоте. Чтобы этого избежать, необходимо налегать на мандарины и другие витамины. Кроме того, мандарины улучшают ночное зрение. Уровень холестерина в крови. Мандарины полезны, когда дело доходит до холестерина. Снижает уровень этого вещества в крови пектины и эфирные масла, которые в достатке содержатся в ярком фрукте. Они выводят холестерин из организма до того, как ему удастся закупорить сосуды. А роль сока как средства для лечения потенции была доказана уже не одним клиническим исследованием. На сегодняшний день его причисляют к группе антиоксидантов, которые обезвреживают в организме человека свободные радикалы и способствуют улучшению микроциркуляции. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите предыдущие ролики, а также делитесь роликом с друзьями. В общем, все то, чтобы поддержать наш канал. Огромное спасибо! Вы лучшие! До скорого!